De multe ori au privit moartea în ochi, au făcut tot ceea ce era necesar și chiar mai mult pentru a împiedica armata rusă să intre în oraș. Gardienii ucraineni, căci despre ei îți vorbesc, au povestit cum și-au păstrat pozițiile de la periferia Harkovului. Noi попали под обстріл із танка. От ви можете наблюдати воронку. Стріляли осколочно-фугасними снарядами. После попадания этой воронки осколки разлетелись и попали в дом. Дом загорелся. Слава богу, мы сделали запасной выход из этого дома и в траншею. И то есть мы через этот запасной выход смогли безопасно выбраться. Здесь в основном был обстрелы из РСЗО «Град», РСЗО «Ураган», «Смерчи». В первые дни прилетел сюда самолет и скинул 3 или 4 авиабомбы. И плюс еще они с МСТС по нам стреляли 152-миллиметровыми, плюс гладкоствольными «Нона», плюс гвоздики тоже. Un alt gardian a povestit cum o coloană de tancuri a ajuns la o distanță de 100 de metri de ei și în acel moment au început focurile de arme. Відділу нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя Харківської обласної прокуратури. Добровольцем пішов до воєнкомату. Здесь взагалі сержантом безпосередньо на нульовій лінії. Ми за почти вже 3 місяці ми побачили більше, ніж деякі за 7-8 років.